Ребята, я только что зашла в онлайн, и вот эта вот девочка, или кто это за пацан, какой-то чел мне... Без конца меня в поединке. И ходит со мной такой, следит. Попробуем убежать. Видите, на поединок. Давайте побежаем. Побежим. А куда все бегут? Ну, короче, я за ними побегу. Только давайте посмотрим. Он бежит. Господи, да иди ты нафиг. Ладно, давай будем прием. Мне кажется, он меня хочет убить. Ладно, давай мы его прибьем просто. Пока он там отвлекся, давай. Это кто? А давайте к боссу пойдем, они точно туда не пойдут. Ребят, я это видео записала, потому что мне страшно. Давайте вот сюда вот спрячем. Вот. Давайте откроем бокс. Реально, ребят, какой-то странный тип. Мне кажется, что возле меня он как раз стоит. Давайте найдем. Я поняла, они идут все к дракону. Кого они там бьют? Было. На 25 уровне из-за кого-то? Ничего себе. Короче, где... Они, наверное, туда дракона бить пришли. Кстати, я же за них уровень улыбал. Надо. Меня чуть это не прибило, этот дракон. Привет, может будет перемирие, и мы не будем ни с кем драться. Смотрите, насчет этого пацана все пишут. Видите? Ну, давай просто с тобой будем дружить, и как бы можешь один раз умереть для них. Ну, это не мне, мне тебе не нужно. Да? Ты красивый, конечно, это никто не про это не обсуждает. Я сказала, это ни тебе, ни мне не нужно.
А он не бежит там еще за мной? Бежит. Так. Вон наш Юги, и надо прибежать к нему. Так, вот сюда, наверное, надо. Так. Я вообще не туда иду, хотя не туда. О, все, пришли наконец-то. Да я что-то не могу никогда идти. Так, сейчас. Идем. Бежим, вернее. Ну, в принципе, считай, пришли. Вот это я потеряла дорогу, конечно. Наконец-то пришли. Так. Так, идем вот сюда. Мы пришли. Кстати, вот наш. Давайте. Вышел из игры. Да. Так, а что там происходит? Надо помочь. Привет. Короче, опять он меня на поединок вызывает. Давайте его наконец-то уже найдем и согласимся и отрубим, потому что он реально достал уже. Ладно, я пойду в логово. А давайте к вот этому вот Юге домой зайдем. Ну ладно, пойду в свой дом. А то не даю. А давайте типа кто-то нам зайдет. Давайте. Давайте, чтоб за... Так, кто-то зашел. Ты иди сюда. Ну хорошо. Блин, а еще... Не дай бог, ты сейчас не покинешь логово, я тебя прибью.
Ну хорошо. Жил себе дед да баба, дед говорит, а Машенька скоро потом за него. Ну сейчас мы узнаем. Короче, выходим. Все. Наконец-то этот Юги покинул логово мое. Теперь быстро заходим в логово. Все, закрылись. Фух. Хоть от этих оболтусов закроюсь. А если мы откроем быстренько? Давайте посмотрим в окошко. Вдруг кто-то придет. Не, давайте сначала закроемся от всех. А теперь открываем. И посмотрим, может кто-то зайдет. Давайте посмотрим, кто зайдет. Пока что никто вообще не заходит, хотя я открыла. Ладно, давайте увидим. Смотрите, куда они пошли. Как? Зашли. Так. Неплохой дом. Все, выходим. Все, вышли. Все, бежим отсюда. Ладно, всем пока, ребят, мне страшно что-то.